под Порту. Ну, я уверен, что Жбанов отработает в защите. Собственно, как и Винс Хантер. Перехват и два в быстром отрыве. Это считалось из ниц линии. Хенван идет внутрь, попадает под блокшот Клименко. One game that I think the first 17 minutes we play almost perfect defensively and offensively. 17-18 minutes we were very, very well. But in the last 2 minutes of the second quarter, we lost a little bit the control of the game and we allowed Cesca to come back to the game. And after that, we were to the locker room, we talk to start again, to start well, to try to control the game again, and we start very bad. And we have to continue and we have to improve, and as a team we have to try to be more, to play 40 minutes more or less in the same level and not with these up and downs. Последнее владение заканчивается потерей. Артель на Зубкова. Андрей не стал отковать сам. Это делает Винс Хантер и делает это в стиле для ЦСКА. В счете немножко приблизится. Эмбай совершает потерю. Не успел он с мячом расстаться. Жбанов! И баскетбольные качели. Сегодня как бы нам улыбнулась удача. Понятное дело, что есть над чем работать. И есть во многих проспектах надо прогрессировать, но победа есть победа, и мы довольны, что удалось забрать это важное очко. И сейчас будем готовиться уже дальше к Красноярску. В трибунах Мегаспорта. Опять же, такие матчи действительно притягивают внимание. И ведь это еще не игра плей-офф. Винс Хантер красиво добивает мяч в корзину. А с Красевым уже все в порядке. Сейчас еще и трешечку забьет. Да, туда, туда, Сергей Красев. Неужели тренд будет решать исход этого матча? Передача на Хантера. Винс Хантер